То есть, соответственно, мною была выполнена дополнительная подготовка к протезированию еще на этапе ортодонтического лечения. Очень просто, там накладки пластиковые, поэтому, собственно говоря, никаких проблем с этим не было. Я заканчиваю ортодонтический этап лечения, лечился он 21 месяц, но снимаю я брекеты только после вот этого осмотра ортопеда. Когда ортопед мне говорит, окей, все, вот так я готов работать, мне нравятся эти окклюзионные контакты, я как ортодонт вижу неполное завершение там, опять же, по первому классу. Здесь всегда идет речь о времени, которое мы тоже пациент тратит на это лечение. Ну, были еще некие моменты личностного характера у пациента, изменения. И мы принимаем решение в данный момент, что мы снимаем уже аппаратуру и переводим его на ортопедический